Ну что, друзья, всем привет, всем здрасте. Вы снова на канале Бизнес Китая. Сегодня я приготовил вам очередную пачку каталогов с кантонской выставки. Посмотрим, полистаем. Кто-то, может, для себя подберет интересный продукт, а кто-то может увидеть что-то новое. Сегодня посмотрим каталоги с предыдущей выставки. Я уверен, что эти же экспонаты будут и представлены и на осенней выставке, потому что, как показывает практика, на Кантоне очень редко что-то новое появляется, а если это и появляется, то там у него цена просто космическая. Так, ребят, я приготовил очередную сумочку. Вот такая вот большая сумочка. Вот, сегодня, собственно говоря, посмотрим, что там за каталоги. Как всегда, дам вам поставщиков, с которыми можете непосредственно связаться, запросить у них прайсы и узнать какую-то информацию о товаре. Большинство поставщиков англоязычные, поэтому без проблем можно найти общий язык. Вот так, ребята, что, давайте приступим. Ну и так, собственно говоря, поехали. Так, что у нас тут? Это дополнительный какой-то тюнинг, видимо, молдинги какие-то для Тойоты, для крузеров, для всего. Так, вот контакты. Должно быть, в этот раз видно все хорошо. Едем дальше. Что это такое? Это дисплей. Кстати, у меня по ним даже есть прайс. Я связывался с этой компанией. Вот, смотрите, вот такие вот интересные вот делают они дисплейчики. Они воспроизводят 4К и, собственно, вот можно их как вывески вешать, то есть как стенды ставить. Я видел очень много таких. Так, вот вам их контакты. Где что у них? Вот еще есть также. Заходите, связывайтесь, уточняйте. О, как раз новогодняя тематика. Ребята, гирлянды различные. Цветочки какие-то электрические. Но не только, видимо, здесь новогодние. У них все подряд. Ну, кстати, значит, у них дешевые гирлянды на самом деле. Потому что если они полностью светом занимаются, у них 100% это есть. Вот игрушки даже, видимо, в виде гирлянд какие-то. Вот елочки, пожалуйста. Кстати, на Новый год вот очень хорошо вот такие елки берут. Вот 45, 60, 80 сантиметров. Всякие разные. Так, вот у них есть сайт. Можете заходить, смотреть, связываться. Едем далее. Так, что это тут? Ой, тут чего-то всего вообще. Так. А, вот это для спортсменов. То есть, я не знаю, что она делает. Она, видимо, от растяжения защищает туловище, руки, ноги. Вот, не знаю, на пресс наклеен. Но это для спортсменов. Я видел по телевизору такие штуки. Вот здесь можно и шею, и поясницу. Эластичные бинты какие-то. Но это все, видимо, для спорта. Вот, если кому интересно, вот видите, сайт есть и, собственно говоря, WeChat. WhatsApp даже есть. Так, едем далее. Это массажеры. Они, ну вот, собственно говоря, это всем известные массажеры. Так. Тут норм. Это всем известные массажеры. Я, кстати, спрашивал, около 50 юаней, около 500 рублей, кажется, они в закупке стоят. Я, между прочим, видел в России только вот подобие таких, ну, чтобы вот сзади на бедра я не встречал.
Вот они, видите, выполнены даже как в виде цветка. Прикольная штука. Вот тоже у них сайт свой есть. Это что такое? Это тоже для спорта. Валики какие-то. Массажеры. Вот эти, кстати, популярные массажеры. Их очень покупают много. Массажеры для шеи. Вот, то есть, ну, пожалуйста, берешь любое направление, собственно говоря, и работаешь. Я больше чем уверен, что вот на рынке СНГ вот этой конторы еще нету. И, как бы, ничего сложного. Так, ну тут какой-то вообще мозг. Да, вот еще есть их контакт. Где это? Это что такое? Это тоже какие-то массажеры для ног. Какие-то лечебные. Опять те же самые. Ну вот, собственно говоря, кого интересует. Так, тут каких-то визиток. Пачка огромнейшая. Оп-оп-оп-оп-оп. Это что такое? Это какая-то... Это прям какая-то, видимо, полудрагоценная ювелирка, что ли? Да. Вот, производится в Гонконге. Смотрите, кому гонконгская ювелирка нужна. Вот есть сайт, связывайтесь. Так, что далее? Колесики, всем известные. Димка Ковпак возит колеса с этой конторы. Но что-то, видимо, у него ничего не пошло. Потому что не вижу я даже ни рекламы, ничего. А, вот, пожалуйста. Кстати, мы у них когда покупали колеса, вот эти они сказали, у нас уже есть дилер в России, обращайтесь к дилеру в России. Сказали, да не, ребят, мы в Казахстан продаем. Все, они сказали, а, ну ладно, давайте адрес куда отправлять. Так, это тоже автомобили. Ой-ой-ой-ой. Это кто? Так. Вот это, видимо, все возможные варианты. Ну, тоже вот молдинги какие-то, какие-то решетки. В общем, для рестайлинга, видимо. Для BMW. Вольво, Мазда, в общем, все, вот смотрите. WeChat, все контакты. Едем далее. Так, прицепы. Вот тоже, кстати, прикольная штука. Прицеп в виде дома на колесах. Я, кстати, видел, у нас вот здесь вот такой возле подъезда стоял. И я прям подходил его рассматривал. Но я видел на многих выставках. У них еще бывает вот прям сделана крыша из солнечных панелей. Вот, смотрите, ну прям красота. Чик прицепил его и поехал. По России вообще милое дело путешествовать. Спальные места, все дела, туалет тут. Ну, вот это сразу уже с Авека. Авека, кстати, фирма-то очень известная. С транспортом. Прикольно, прикольно, вот.
О, Юнганг, мы здесь были. Вот у них сайт есть. WeChat, собственно говоря. Звоните, пишите, кому интересно. Так, едем далее. О, электроавтомобили. Ой-ой-ой. Смотрите, какие. Так, ну-ка. Каких только нету вариантов. Так что вот, пожалуйста, где сайт их, WeChat, связывайтесь, уточняйте и вперед. Так, это мотоциклы, питбайки, ховершуз, это какой-то тренажер, тут что-то все подряд. Ну, тоже они на Алибабе. Зайдете, посмотрите, что за контора такая. Это кто? Что это? Пропускная система. Заправки. Что это? Я не понимаю, как это роботы какие-то. Непонятно, не знаю, не понял, что это такое. Так. Трейлер трак. Вот, пожалуйста. Сайт. Заходите, смотрите. Очень интересная штука. Это прицепы. А, нет, это. Я, кстати, связывался с ними тоже. Это различные огни. Это в Штаты заказывали. Сейчас я вам покажу даже. Не, вот такую вот штуку заказывали. То есть она по Bluetooth передает тут датчик, и она по Bluetooth передает сигнал назад. Это у меня там другу нужно. У него свои траки, и они возили этих автомобилей, эвакуаторы автомобильные. И вот у них постоянно была такая беда, когда на эвакуатор машина загоняется, не видно было. Ну, тут все подряд, в общем. Лебедки, какие-то замки, вот блокираторы колес, ну, все подряд у них. Так, ладно, дальше. Что это? О, скейтборды на электрические. Ну, тут вообще, то есть и самокаты, все подряд. Ховершуз. Вот, пожалуйста, сайт. Заходите. Вот, собственно говоря, контакты. Вперед. 485 баксов. 350. Ну, в принципе. А, это два мотора по 350 ватт. Ну, нормальная цена. Сколько сейчас доллар? 67? Ну, в принципе, ну, сойдет. У них, в общем, вот все подряд. Так, я не дал контакты, вот, мало. Или давал? Значит, еще раз дам. Так. Тот мопеды электрические. Скутеры. Пожалуйста. Так, это тоже самокаты, какие-то электрические велосипеды. Где? Вот, смотрите. Вот они даже в Фейсбуке есть. Работают на Европу. Так. Вот еще, пожалуйста, самокаты одни. У них был бум на самокаты, и у них очень много их выпускают. Вот 1200 ватт мотор, 500 ватт. Вот это, наверное, а вот, собственно говоря, характеристики, запас хода,
Максимальная скорость 55 километров и вес 26 килограмм упаковки. А где они, интересно, находятся? Адрес у них есть, 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 есть. Ой, Корея даже есть представительство. А, Джидянг, Йонган. Ну да, был я в этом городе. Так, это вот, видимо, пометки уже кто-то из менеджеров разбирал. Что-то где-то писали. Вот тоже гироскутеры. Кстати, спрашивали постоянно гироскутеры. Всякие скутеры. Так, это кто? Это вот моноколеса вот эти. Между прочим, интересная штука. Трик-трик, вот. У них тоже, видите, сайт есть. Вот еще какой-то сайт у них. Так. Вот еще мотоциклы. А это тут запчасти к мотоциклам. Вот всякие стойки различные. Ну это вот, кого интересуют запчасти мотоциклетные, это прям... Но какие-то электрические байки у них есть. Вот опять же сайт, кстати. Связывайтесь. О, опять 3D голограмма. Это было, я помню, в прошлый раз. Понимаете, да, о чем речь? Вот эта штука крутится, и вот такое изображение на ней показывается. Типа как в пространстве. Ну, кстати, вот это высокое разрешение. Очень хорошие штуки вот эти. Они большие, они, наверное, вот, а, вот 50 ватт есть. А у них, видимо, размеры разные. Ну, а, ну да, 100 сантиметров, это 65 сантиметров. Очень круто вот такие штуки вешать в каких-нибудь торговых центрах. Просчитывали в Алматы запрос у меня как-то раз. Хотели в аэропорт заказать их, но что-то у них там не срослось. Вот, собственно говоря, для людей с ограниченными возможностями вот такие вот, смотрите, есть средства передвижения. Удобно, да? То есть идет человек с телефоном, а она за ним едет. Каталка это. То есть можно с телефона управлять, собственно говоря, ей. Вот такой даже есть вариант. Вот вам контакты. Да. Удобненько. Ну и вот так вот складывается она. Вот такой вот размер, что, видимо, можно погрузить куда-нибудь в багажник и вперед. Ну, собственно, а вот они, видите, на Европу производят, даже отправляют. Ну да, такие штуки очень актуальны. Максимальная скорость 6 км в час, зарядка 5 часов. Так, 33 килограмма вес. Ну, тут вот размеры, собственно говоря, тут можно все это уточнить. Так, это что? Это оборудование для пекарен, каких-нибудь цехов кондитерских. Нифига не пиццу замутили, какую гигантскую. Вот печи для... Ну, в общем, вот все, вот что для кухни, собственно говоря, для ресторана. Пара конвектоматы. Вот это вот слоеное тесто делать, я знаю. Так, вот, пожалуйста, контакты. У них есть сайт. Заходите, запрашивайте прайсы и вперед, 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 вперед. Это тоже оборудование какое-то. А, это для упаковки хлеба.
Ну и вообще не только. Тут целая линия. Видимо, как для производства, так и для печати логотипов. Бумажные пакеты. Кстати, очень интересная штука. Вот такие, видимо, пакетики получаются. Вот сайт. Заходите, кому оборудование интересно. Мне кажется, будет спросом пользоваться. Бумажные пакеты. Наверняка они. Что? Да что-то я тут писал какие-то свои пометки. Вот. Смотрите их контакты. Оп. Станки для производства бумажной упаковки. Вот даже написано. Пометки мои. Так, это что? Это мотоциклы. Бензиновые. Но с бензинами проблематично, потому что на них не будет документа, если их ввести в серую. Если в белую, то под пошлину. Так, это опять мотоциклы. А, ну это даже та же самая фирма, так что пропустим ее. Далее. А, ну это всеми известный завод электродвигателей для электробайков различных. Очень известная фирма QS Motor. Так, это мы тоже уже видели. А, нет. А, нет, это инверторы для автомобилей, как я понимаю. Ну да. Так, сразу вот вам, пожалуйста, сайт у них опять же. Контакты. Да, вот тут. Ну, различная мощность для всего чего угодно. Так, далее. Что это? А, это контора, они ноутбуки, ой, ноутбуки. Ноутбуки, планшеты, то есть все полностью производят технику. То есть собирают, упаковывают. Кстати, можно, я спрашивал, можно прилепить свой бренд и, собственно говоря, выпускать свой бренд. Вот это фитнес-трекеры, часы, телефоны, ну, все, все, что угодно. Наверняка они в Шэньчжэне где-нибудь находятся. Ну вот у них, собственно говоря, тоже сайт есть. Пожалуйста, кому интересует. Да, вот Шэньчжэнь. Так. Вот какой-то тоже тут сайт. Ладно, далее это визитка. Кстати, их же. Что это? Это. А, это соковыжималки. Кстати, очень прикольная штука, ставят где-нибудь в торговых центрах. То есть, но они как вендинговый аппарат работают. Апельсины засыпаются, пополам режутся и потом чик выдавливается. Фреш такой. Ну, говорю, в торговых центрах ставят их. Ну, здесь в Китае видел очень много. Тоже какие-то соковыжималки. Пожалуйста, контакты. Это оборудование, не знаю. А, для производства тоже вот бумажные посуды, видимо. Но это тут целые линии. А, вот станок для печати на футболках. Но это как бы, когда уже прям масштабы такие, ого-го. Я видел, как он работает. Прикольно. Вот, видите? Очень качественно делать принты. Но это профессиональный станок, это не просто как-то там. Ну, в смысле, профессиональный в плане изготовления на сразу большое количество. Вот недавно изготавливали, кстати, заказывали 1500 футболок. Они наверняка печатали их вот на таких станках. Ну и вот не только на футболках они, видите. А также на, видимо, на любых изделиях они делают. Прикольная штука. Так, смотрите, кого-нибудь заинтересовало контакты. Джейдян тоже недалеко от Тиу находится. Вот сайт у них тоже опять же есть. Ну вот, кстати, мне же говорят Тиу недалеко.
Это далее это у нас 3D голограммы. Вот такие вот. Пожалуйста. Так, где их контакты-то? Вот. Ну, кстати, вот это очень известная фирма. Они одни из самых первых начали выпускать вот эти 3D голографы. Так, что это? Это тоже производство чего-то. А, вот станок для производства пельменей, наверное. Да. Видите? Чик-чик, очень удобно. Стаканчики вафельные. Производство. Так, какие-то сока-сока, непонятно, что делают. Какие-то. Фиг его знает. А, это вот лед делают. Ледогенераторы. Вот, смотрите. Но это все, то есть, из области оборудования. Это что? А, вот это прикольно. Кстати, вот это я видел. Уже в России есть такие штуки. Это принтер для ногтей. То есть он может любой принт нанести на ногти. Постоянно, вот напротив вот этого стенда, постоянно все там прям, ой, как будто в первый раз прям увидели. Ну, серьезно. Они разные по функционалу, в смысле, по качеству печати. Разные по скорости печати, ну и соответственно разные по цене. Видите, они гарантию дают. Можно с телефона отправлять, то есть изображение на них, и он будет уже не наносить. Прикольная тоже штука. Вот, пожалуйста, сайты. Так. Это тоже линии для производства чего-то. Видимо, ну, прям большие. Я говорю, на Кантоне, то есть выставляются вот такие вот, пожалуйста. То есть по производству линий там каких-нибудь станков. Там, фирмы, то есть у которых там денег немерено. А, это металлорезка, металлосварка. Да, 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 я видел вот такие штуки там. Это ЧПУшки, короче. Это все ЧПУшки. Вот, пожалуйста. Ну что, друзья, сегодня я показал вам очередную порцию каталогов. Сегодня рассматривали именно Кантонскую выставку. Я не помню, какая это была. Сессия первая, вторая или третья. Вот. Если кому-то что-то понравилось, может, заинтересовал какой-то товар, связывайтесь непосредственно с поставщиками, уточняйте у них цену. Большинство поставщиков или производителей англоговорящие, поэтому сможете найти с ними общий язык. Ну и, собственно говоря, не забываем ставить лайки видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я постараюсь ответить всем. Всем пока!